Они вышли, поржали над этой дырой и уехали. Так, по словам местной жительницы, отнеслись в аварийной службе к дорожной выбоине на пересечении улиц Путейской и Добролюбова, которую промывает еще с июля. Как думаете, надо исправить ситуацию вообще? Надо исправить, чтобы аварии не было. Все равно по вечерам особенно опасно. Для жизни. Изначально здесь была небольшая впадина, но спустя месяц ее размыло до огромной дыры. Для местных автолюбителей это одно из самых неприятных мест. Про нынешнее делают сейчас качество дорог, оно не очень вообще. На одной дороге проблемы не кончаются. На улице Мокрова часть стоянки провалилась под землю еще в мае. Местным жителям бывает некуда поставить машину, но в администрацию никто так и не обращался. Ну, она вначале была маленькая такая ямочка, а сейчас что-то смотрю, побольше стало. Ну, где-то, наверное, сейчас, если получается, в мае, наверное, в июле. Я точно не помню. Ну, в июле она чуть поменьше, по-моему, была. А в администрацию обращались куда-нибудь, чтобы это исправляли? Я нет. Также проблемные участки есть на улице Конечная. Словно оползнем, край дороги начал впадать все глубже под землю. Сейчас туда можно заехать и остаться без колеса, а уже через месяц провалиться полностью. А в 112-м квартале из-за недоделанной ливневки на повороте местным жителям приходится постоянно объезжать яму, а люди, которые не знают о ее существовании, постоянно въезжают в лужи. По каждому из этих объектов мы направили запрос в комитет городского хозяйства. Вот что нам ответили по ситуации на улице Мокрова, 27. В текущем году в рамках ремонта дороги мы выполним работы по фрезерованию покрытия дороги с учетом отвода ливневых вод, чтобы эти воды по естественному уклону уходили дальше вниз. По дороге. А по остальным улицам будет проведено выездное обследование на предмет гарантии. Гарантийный случай или не гарантийный, или аварийные коммуникации, там вследствие чего происходит просадка. Если случай гарантийный, подрядчик должен устранить недочеты до конца августа. Глеб Кайгородцев, Артур Звержевич, телекомпания АТВ.